Всем привет, с вами Мастер Пеник. Сейчас мы будем играть в Майнкрафт. Стармоды, эпизод 7. Эпизод 7. Access denied. Или доступ запрещен. В предыдущем эпизоде. Это конец 6 эпизода, напоминаю. Теперь последний эпизод сейчас у нас будет. А что пока не знаю. Total Games представляет. Что там представляет? Местность Сможенка. Сможенка. Как это называется? Майнкрафт Стармода. А, просто называй эпизод 7, и сойдет. Создана. Так, эпизод вышел только сегодня. Вот. Ну что? Совершенно бесплатен. Все, у кого сезон пас есть. У кого нет, соответственно, приобретаем его. Что я так понял, они по разным мирам бегают. Бегают. А им нужно найти какой-то определенный. Здесь вообще какой-то огненный. Да подпалился, наверное. Ну. Я не стал нажимать специально. Не бей, прыгай, портал, что найти дорогу, да. Все расстроены. Да, во-первых, сейчас, извините, я посмотрел график на максимум. Да, на максимум. Все нормально, продолжаем. Thank you.
Ну, вообще, надо как-то угореть, чтобы он туда не ходил. Короче, не хочет. Хочет в красную дверь. Ну, пускай идет. Теперь надо, блин, я не буду спасать, что надо. Она сама виновата. Ну ты фигня за подпялись. Ну, достижение. Один. Фарин Форс. Пройдено. Первый эпизод. Нет, первая глава пятого, седьмого эпизода. И тут зомби, бля. Во всех мирах. Почему не зомби? Там кнопочка какая-то мигает. Если бы я не помог, вы что, убили бы, что ли? А, нет, она нам, конечно, снова. Какой-то супер зомби, сильнее, умнее, быстрее. Но правда, я его даже не успел. Так нажал ударить, он сразу. А теперь их много зомби. Супер зомби. Супермен. Остановились.
А нет, тут глав нет. Да, у меня просто стала лампа, свалилась. Ничего не выдано. Какие-то неправильные роботы. Ну куда они смылись, а? Чаки. Пошли куда-то. А, фиг с ними. Вон Сусанин с ними. Ладно, секунду, подождите меня сейчас. Порядок. Thank you.
что, продолжаем. Ну вот все-таки она была права, здесь красный камень. За штуки на затылке у зомби. Сомневаюсь, что не получится. Все же говорил. Он так просто взял и снял. Он житель какой-то странный. Куры. Куры, поговори, как вам? Как делать спутки? Все какие-то зомби, что ли, как я понял, даже куры. Да. Говорит. Все молчат почему-то. Странные какие-то. Все зомбированы, что ли? Он все в башку бит какой-то. Ну, вы поняли. Мне это инсайт напомнил, помните? Тут тоже все такие же. Пошли отсюда, наверное. Ну, хоть сейчас же. Да что-то не так. Я хочу скрин эти порталы. Я чокнутый, я его. Вообще какой-то такая-то кто. Кто это? Пама, не папа. Пама, назван. Чувачок с приветом, чего не сказать? Какие-то памы, памы. Они хорошие люди, они мои друзья, он говорит. Вообще они его друзья. Ей-богу. Достижение. Пронесло вторая глава 7 эпизода. Они перестали нас игнорировать.
Будем повежливы. Вы не отсюда. Верно, мы не отсюда. Мы сюда пришли из другого места. Подтвердили подозрение Памы. К решению Памы есть вопросы. Может, да ну и все. Бежим, а? Вы пойдете к Паме. Извините, мужик, убил этого Памы. Почему не пойти? Это не может быть. Да ну нафиг. Ну да, короче, нас заставит тогда пойти в память. Вот мы проснулись возле какого-то Памы. Это их не Пам. Привет, Пикмен. Похоже. Нас ждет много работы. Здесь любой вопрос, там сейчас Пама разговаривает. Что Пама? Взяли бы булыжник какой-нибудь тяжелый, блин, ей-богу, и запустили, блин. Не, разговаривать с каким-то отморозком. А ну да, их охраняют четверо. Понятно, кого. Что он хочет мне говорить, мои ответы неэффективны. Да мочи всех моих друзей, чё у меня? Такого рода как-то не видно.
Теперь другая пятая. Все друзья зомби. Сейчас нас тоже. Не лезь, моя мальвина. Опа, бежим, короче. Сохранение. Сейчас на перекур, секунду.
А это что за он? Ну прям тетелька в тетельку попала, да. А эти мимо, да. Те прям топ. Ладно. Третья глава про The Pet Trust Feeling.
у нас нормально. Она разрушила портал, который вернет нас на ногу. Чтобы пама, ну, блин, творил дело. Блат, лаборатория нас какую-то сумму займет. Говорит, нет, там какие-то всякие чипованные чучел какие-то. Понятно. Зомби вообще не стопают. Паучки все эти. Мои любимые. О, ё-моё. Давай это. Упс, отключим.
У меня одна девушка уже погибла в втором эпизоде. Видимо, вторая погибла. Уже дольше. Харпер Петра погиб. О, что у нас? Взять лед. Нужно предмет какой-то поставить. Это загадка, что ли? Я понял. А, вот сюда все нормально поместится там. Не, ничего нормального, да.
Нашел кучу всего динамита. Еще что-то. Сюда я правильно вроде в цветах поместил. Теперь думаем, что здесь поместить. Нет, не красный. Попробуем пал. Ничего не дало. Если как факел, значит надо либо камень, либо палку. Но нельзя. Нельзя. Значит, пока. Значит, на другом месте надо что-то положить. Так, смотрим. Так, здесь может положили или еще. В одном месте только. Ну, давайте верстаем. Вам предмет сделать какой-нибудь. Вот один факел. Сейчас попробуем их наверное присоединить. Здесь факел. Что-то открылось. Коридора. Свернуть. Коридора фарка. Теперь надеть. Виртуальные очки, что ли? Как мы выглядим, встали?
Можно не играть. Хватит. О, нифига, сколько у меня кубов, смотрите. Били за раз. Теперь ты будешь приносить пользу. Все, тебе предложу. А что там, путь к вступлению, что ли? Thank you.
Сейчас, вот, честно, парилка такая, это вообще сейчас. Тяжело, знаете, пошло. Очень тяжело. А что это у нас сейчас? Она успевает переключаться. Все тоже такие очки хоть. Это покруче, чем около срев бывает. Сани и Яры вместе взяты. А что так, приходишь? Хочешь зомби стреляйся, хочешь кого угодно. Это деньги на где-то фонда. Ну какие есть у меня.
Четвертая глава вроде седьмого эпизода. Вот они его. Молоко выдали. Всего 6. 2/3 эпизода вроде. Так вот такой неправильный момент. Недропам сейчас какой-то еще. Да, вооружились они хорошо. Сейчас все тут звенело, да.
Где там этот? В коре где-то. Нет, в коре. Какой-то комнате. Три шпили. Да, интересно, я не знаю. Андрей еще допал в разряд. Все, отрубили вал. Только она не оценит теперь. Пристала нам. Харпер.
Короче, можно было стать его другом, и нас сразу отправил бы в свой мир, и игра бы закончилась, по-моему, как-то так. А его про вариант нет, мне не друг, иди нахуй. Хотя отрываю. Обойдешься. Ну что, реально, он бы всех можно было без 8-го эпизода, что ли? Если кто такой вариант выбрал, напишите, какая у вас концовочка была 7-го эпизода. Что-то же, как вы поняли, конец сейчас еще. Ну все, считайте, будет. Еще напомню, будет 8-й эпизод, конец. Он будет в августе. Я, правда, в сентябре буду походить, в конце августа уезжаю в Крым. На 10 дней. Вау, что... Тут все уже, блин, съездили, я сижу на ютубе, все батрачу. Футбол, блин. Это значит закончится 5-й эпизод 6-й главы. Всего 6 эпизодов. Соответственно. В каждой главе. Значит, должна быть еще один. Одна глава. Ну и он же будет рассказывать, как они возвращаются. Портал. С портала. Другой миндал. 5-й эпизод. Пройден под движение Breaking the Dead. Еще 6-я глава заключительная. И эпизод как бы считается пройденным. Останется заключительно. 8-й. Ну, то ли Exit Home, то ли еще как-то так называется. То ли тут был Welcome, да.
Что теперь опять этот портал отправляется домой. Что случится с последним эпизодом, мы узнаем через месяц. То бишь в конце лета. Интересно, портал открывает вообще. Ну она-то куда пошла? Нас же давно город восстанавливал. Ну, в смысле, эпизод получился достаточно неплохим, только немного скучно, достаточно нудно, честно. Не короткий, что на полтора часа, обычно часа два на все тратится. Видимо, разработчик уже надоел. Лишнюю черту. Но я думаю, сам последний эпизод будет последний. Самый короткий эпизод, в смысле, пардон, будет последний. Короче, чтобы отправиться домой, нужно идти Атлас. Атлас мы будем искать в 8 эпизоде, она говорит. Мы просто войдем в мир, она говорит, пусть Атлас, а потом мы вернем вас домой. Что она сказала? А там без Атласа я не могу вас вернуть домой, поэтому уж извините, ребят. Ну, что поняли, да, чему 8 эпизод будет посвящен? Ну вот, миров. В общем, будем искать этот Атлас, а потом домой. 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 Все, ребятки, это уже следующий эпизод, он еще недоступен. Разработчики очень делают. Ну, вот, как говорится, coming soon. Протяжение фланода. Наш процент 90% за первый пошел. После скаура слишком серым. Продолжить. Ну, значит, смотрите, вот последний эпизод 7, Access Denied, доступ закрыт. Сценарий. Ну, я думаю, титры вам нафиг не нужны, да? Я их пропускаю. Теперь смотрите, смотрим последний эпизод. Вот, конец путешествия. Вот в дверь, которую мы вошли. Скоро в продажу. Все, на этом все. С вами был Мастер Феникс. Подписывайтесь, ставьте лайки. Комменты, конечно. Всем пока и удачи. Все, пока. Спасибо, что смотрели. Не забывайте следить за новинками. Пока.